Всем привет из Сочи! Вы на канале Танюшины Орхидеи и сад. Хочу вам показать немножко того, что у меня сегодня цветет сейчас. Да, в этом месяце уже, конечно, цветочков поменьше. Очень многие у меня гонят бутоны, растят листики, корешочки. Сейчас цветет не очень много орхидей, но я их все равно хочу показать. Они достойны вашего внимания. Посмотрите на эту красоту. Абочка раскрыла мне уже два бутона дома. Вот этот вот и вот этот. Этот последний раскрылся. Посмотрите, вообще какой крупный. Он практически такой же, как и предыдущие, значит, ей у меня хорошо, все радует. И я рассчитываю, конечно, что он откроет и оставшиеся бутончики. По крайней мере, бутончики уже стали вот такие подросшие. Я думаю, все будет хорошо. Посмотрите, розеточка. С розеточкой тоже все хорошо. Я сейчас ее переставила немножко сюда, чтобы поснимать. Видите, конденсат. Я ее ставлю так, чтобы у меня на розеточку сейчас попадало солнышко. Видите, все листики целые. Полет нормальный. Так что очень важно приобрести хорошее растение, правильно его пересадить. И тогда никаких проблем не будет даже с самой знаменитой капризулей, как некоторые говорят. У меня она себя ведет очень замечательная. Вот такая глазастая, красивая орхидейка. Действительно, такое ощущение, как мордочка. Не знаю, мне почему-то она напоминает мордочку какого-то пуделя. Вот такая лапочка. Рядом продолжает цвести моя Будда. Очень долго цветет. Вот эти все цветочки открылись уже у меня последние. Она умничка. Ароматит. И у меня, я уже говорила, что там вот что-то растет. Сейчас так повернула, что, наверное, попробую вам показать. Сейчас настрою. Надеюсь, будет видно. Вот тут вот. Сейчас, минуточку приближу. Не знаю, почему-то оно не хочет ловиться. Вот, вот видите, там какой-то как чопик лезет. Что это, пока не могу понять. То ли детка, то ли цветонос. Что-то лезет. Не хочет почему-то там сниматься. Вот. Так, идем дальше. Пират Пикати бабочка отцвел. Гонит листик. А вторая моя красотка бабочка продолжает меня радовать своим пышным цветением. Вот один цветочек вот здесь я смотрю, начинает только ушки сложил. А все остальные продолжают меня радовать. Выглянуло солнышко, хорошо на солнышке. Вот такая вот лапочка. Моя любимая снежинка. Некоторые говорят, почему снежинка? Ну, не знаю, мне так вот эти вот лепестки напоминают почему-то снежинку. Но это мое вот такое вот видение. Это их бабочка Келеон. Моя умничка, вот такая шапка. Ну, пойдем дальше. Уже большинство отцвело. Здесь, видите, тоже уже все не буду показывать. Цветет еще одна моя красотуня. Она распускалась, когда шли дожди. И поэтому вообще практически вот этого жемчужного перелива очень мало. Я снимаю со вспышкой, его почти не видно.
попробую снять без вспышки. Вот, убрала вспышку, но все равно перелива мало. Она очень-очень красивая, но перелива почему-то камера моя не хочет ловить. Вот такая вот огромная у нее розетка. Три всего цветочка. Очень рассчитываю, что она в следующее цветение уже мне выдаст чего-то побольше. Цветочки, конечно, крупные, но хочется чего-то побольше. Остальные на окошке пока отдыхают. Цветет еще мой психопсис. Но здесь надо со вспышкой. Вот, включила вспышку. Не знаю, снимаю немножко против солнца. Вот такой красавчик. Стрекоза моя. Сейчас немножко поверну. Ой, сразу на солнышко попал. Яркая красотка с поднятыми наверх лапками. Продолжает свести меня радовать. Очень красивая и послушная орхидейка в моих условиях оказалась. Вовсю растит еще вот здесь вот новую бульбу с двумя листиками. Хотя странно, обычно на каждой бульбе всего один листик. А она растит мне вот так два листика. Не знаю почему, посмотрим дальше, будем наблюдать за этим инопланетянином. Зимнее или вот такое вот осеннее цветение мне даже нравится больше. Он более рыжий становится, летом он более кирпичный такой, а вот сейчас прям, ну, замечательный инопланетянин мой. Вот такая красотуня. Идем дальше. Большая часть орхидеи у меня сейчас стоит по разным местам, поэтому вот сюда уже спустила. Покажу вам вот эту красоту. Это мой ансидиум. В этом году он у меня жил на втором этаже на ярком солнышке. В том году он у меня жил на первом этаже, тоже южно, получается, южно немножко западное окошко, но был на первом этаже, и цветонос был очень-очень длинный. Все-таки вот солнышко даже от этажности очень сильно влияет. В этом году солнышко получил чуть побольше. Посмотрите, желтые, более желтые листья у него и бульбочки. Но шапочка шикарная. Посмотрите, какая лапочка. Вот такое облако с очень приятным ароматом. Просто замечательно. И, по-моему, осенью вот такие солнышки – это просто прелесть. Он настолько объемный, очень сложно залезть под каждую веточку и показать каждый цветочек. Вот такая вот лапочка. Да просто какие-то танцующие девочки в ярких-ярких сарафанах. Даже не знаю, как лучше снять. Попыталась выставить, когда солнышко еще не было, а сейчас вышло солнышко и немножечко темнит. Вот такие крупные достаточно юбочки. Вот такая прелесть. Не знаю, очень его люблю, очень у меня послушный. Я его делила. На моем канале есть, как я его делила, и в первый же год после деления он мне выдал вот такую красоту. Поэтому, если все делать правильно, делить правильно, никаких проблем не будет. Это я уже точно знаю. У меня сейчас будет еще одна красотуня, которую я тоже не так давно делила. Тоже вам ее сейчас покажу. Ну вот, эту красоту я не стала спускать со второго этажа. Покажу ее здесь. Она еще не совсем раскрыла последний цветочек. Поэтому пока я не хочу сносить вниз. Обычно здесь у меня стоят орхидеи, которые не фаленопсисы.
и которые еще не цветут. Вот такая лапочка. Эта лапочка тоже не так давно делилась. Если не забуду, под видео покажу ее деление, как я ее делила. На канале у меня это все есть. Кому интересно, можно посмотреть. И посмотрите, вот такая вот хорошая деленочка. Здесь у меня ключик, чтоб не переворачивалась. Вот такое количество корней. Она у меня стоит вот так в горшочке. Старые бульбы я не убираю. Они вот здесь практически сушеные, небольшие. Но пусть себе стоят. Очень мне нравятся ее вот эти вот бульбочки полосатенькие. Вот такая красоточка. Нежная-нежная. Замечательная орхидея белоснежная. И внутри там чуть-чуть есть такого салатного и розовиночки. Сейчас попробую. Почему-то вот камера не хочет ее иногда ловить. Белый цвет. Такая прелесть. Сейчас попробую поставить ее в другое место. Поставила ее немножко на окошко, но Белоснежка все равно не хочет толком ловиться. Значит, не пришло время ее, наверное, еще снимать. Пойдем к следующим красоткам. Вандочка уже практически доцвела. Уже не буду сильно уделять ей внимание. Моя бабочка тоже вот последний цветочек. Но уже потеряла свою красоту. Ну и на окошке висячую забыла свою еще одну красоточку показать. Три цветочка, но очень яркие, очень красивые. Вот так вот висят. И я думаю, она там еще будет продолжать себе кисточку. Но пока три цветочка. Но она меня уже порадовала. У нее уже в основании. Вот там уже лезет новый цветоносик. Вот там, если видно. То есть орхидейка просто при всем своем том, что она у меня пострадала, она цветунья. Действительно цветет, цветет практически постоянно. Вообще не помню, чтобы она когда-нибудь не цвела у меня. Вот такая хорошенькая. Ну и немножко красоты у меня в спальне. Sunset Love мой продолжает цвести. Оказался очень долго цветущий красотун с вот такой яркой кисточкой. Цветочки все разного цвета, потому что открывался. Вот эти цветочки открывались не на солнышке. Здесь чуть-чуть больше было солнышко. Дальше смотрим. Здесь было солнышко еще больше. Вот так вот интересно. Мой рыжик держит оставшиеся два цветочка. Остальные очень резко как-то он сбросил. Ну, значит, им пришло время. Очень яркая такая красивая орхидея с неоновой сердцевинкой. Губа такая, краюшки неоновые. Очень красивая, с приятным ароматом. Да, кстати, эта красота тоже пахнет. Ну и напоследок. Самая последняя моя вот такая пышная новиночка, подарочек. Вот такая лапочка. Замечательными цветочками. Продолжает меня радовать, держит все цветочки. Бутончик последний. Ну, я уже и говорила, что он не вытянет. Он и не вытянул. Вот здесь вот
Вот видите, один черешок остался. Пока не отдираю, хочу, чтобы засох. Потому что вот здесь вот окончание немножко начинает расти. Пират пикать очень часто продолжает свой цветонос и цветет дальше. Поэтому очень важно не повредить вот это вот окончание цветоноса, почечку. Вот такая красота яркая, насыщенная стоит у меня, радует меня в спальне. Вот такая вот прелесть. Это то, что у меня на сегодняшний момент цветет. Остальную, конечно, массу жду. Но поверьте, есть на что полюбоваться. Надеюсь, вы со мной согласны. А вам хорошего дня, крепкого здоровья, хорошего настроения, любви побольше. Всего самого-самого хорошего. Оставайтесь со мной, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. А я буду вам показывать вот такую красоту и делиться какими-то секретиками. Всем пока-пока!